прозрачная вода. Слушайте, есть все, но вроде с утра как. Сейчас будем ловить. О, звездочка, смотрите, прям под нами, какая красивая. О, ловите ее. Сейчас будем снимать. Доставай ее. А, холодно. Холодно, что ли? Холодно, мне холодно. Звезда. Давай, давай, ее тащи сюда. Слышно, Юля? Ты что, Мишань, куда идешь? Туда? Она уплывает от тебя, что ли? Дай. Доставай, давай. Так, развели. Мама, чуть-чуть пониже, мама. Все, держи ее, не подавай. Как круто. Девочки, кому? Чего мне? У нее там щупальцы какие-то. О, я боюсь. Я не бойтесь, она... А вот она сопротивляется. Да, она этим... Ром льется рекой, пальмы, песочек, море. Смотрите, какая красота. Никого нет, дикарями. А что это, Люк? Это песня Мерекоса реалити-шоу. Реалити-шоу? Да. Последний герой вот здесь снимали. Реалити-шоу. Крокодила. А здесь эти грептилии там? Крокодил, да? Анаконды здесь только. Не, они пресные, но нет. А, они пресные, они же пресноводные, да, крокодилы? Нет, крокодилы у них посажены на американский вид крокодилов. Сидит в озере Энрикильо, они там хорошо очень прижились. Да ладно. Исчезать в Америке. Это пресная в воде, да? Нет, это огромнейшее соленое озеро. Да. У них же, да, тут нет. 41 километр протяженности. Здесь еще летают мухи ЦЦ. Вы прививки сделали себе? Конечно. Но... А прививка только из рома состоит. Ну конечно. Кто ром не выпил, все. А есть ром еще? Ром. Ром есть? Дринки. Ром. Давай наливаем, поговорим. О жизни. Это материк, да, вот это как бы там, материк. А что там вдалеке? Вдалеке вот, видите, остров, еще один, как Ленин, каменный остров. Как нам, Паша? Как нам пляж? О, девчонки у меня купаются. Красота какая. Песочек белый. Море чистейшее. Океан. Юля. Полный релакс. Супер.
продолжение банкета. Пьем ром. Вообще, девочка, мы этот в раю. Баунти. Вайн, ну это вообще просто. Это рай. Белиссимо. Белиссимо. Рай. Это рай. Просто красота. Смотрите. Рай. Вон он какой шевелец это. Вот это нормальный. Вот это, я понимаю, креветка большая, да? Готовить. Смотрите, он живое шевелится. Нам сейчас будут его готовить. Вот еще одна. Да, еще одна, Михан. Смотрите, он прям шевелится живой. Только что его мы выловили. Смотрите, мы сейчас будем их кушать. Ням-ням, да, Михан? Куда-то, куда-то. Так что, какая разница, бери его. И все, не нормально. Мы-то русские вообще жрем их. Вообще, знаешь как, мы берем сырыми их едим. Понимаешь? А. Да, вот так берем. Да, да, да. Да, и все, сырыми. Соль. Да, все верно. Да. Смотри, это маленькие же. Это маленькие он густые. Креветки, это маленькие креветки. Сейчас будут нам большие. Кстати, маленькие гораздо вкуснее, чем большие. Почему? Да, потому что. О, вот это большие, видите, разделан сколько мяса. Сейчас они готовят. Круто, да? Такая красота кругом. Круто, Юля? Да. Супер, да? Очень.